Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Какая замечательная территория, с любовью сделанная автостоянка, автомойка, автосалон для продажи машин, ресторан, кафе, станция техобслуживания, химчистки и прочие разные вещи. Видно, умный человек сделал. С руками и с головой. Единственная проблема. Вот она. Вот эта проблема. Сдам, продам автомойку, ресторан, автосервис, автосалон с офисом. Сдам, продам. Чего ты продаешь? Хорошую такую вещь. Вот даже у тебя. Смотри, какие красивости наворочены, а? А то место, место расположения всего этого замечательного комплекса не такое, чтобы здесь толпился народ. А усилия для того, чтобы наполнить это место народом, усилия требуются, видимо, большие. Не хватает ни финансов, ни творческой мысли, ни способности выполнить такую непростую задачу. И поэтому бизнес не продается. Итак, все классно. И автомойка с современными средствами. У меня машина сейчас там моется, я здесь жду. И салон, и ресторан, да, и такая территория замечательная, и огороженная, и охрана, все. Единственное, чего нет. Людей, потока людей, которые бы перли сюда и пользовались бы всем этим, принося и себе удовлетворение, и хозяину финансовую радость. Вывод. Любой бизнес – это люди. Если ты думаешь об успехе, ты должен думать о том, чтобы у тебя людей было много. Если у тебя сайт, много людей должно быть на сайте. Нужно иметь одну генеральную задачу. Как сделать, чтобы много людей было на сайте? Если у тебя блог, значит, надо много людей на блоге, если у тебя есть такая цель. Если у тебя сетевая организация, если ты строишь свой бизнес, продавая продукты через сеть с MLM-компанией какой-то, значит, первая и главная твоя задача, от тебя должны много людей в единицу времени узнавать о твоем продукте, о твоем предложении, бизнес-предложении. Все, если этого нет, ничего не будет. Если у тебя в голове этого понимания нет, ничего не будет. Какими бы ты красивостями не разукрасил свой бизнес, что бы тут ни наставил, ни наворочил, как бы ты тут ни подпрыгивал, нет людей, бизнеса нет. Нет людей, бизнеса нет. Люди просто на то, чтобы послушать вот это журчание вот этого вот ручейка, не являются. Они идут сюда за выгодой. Если у них есть выгода, значит, они придут. Но люди в качестве выгоды имеют в виду не ходить куда-то за 3-9 земель на новое место. Они хотят, чтобы ничего не делая, чтобы не двигаясь, не шевелясь, как можно комфортней,
как можно удобнее, как можно дешевле и как можно качественнее. Вот исходя из этого, и нужно думать, как нам сделать так, чтобы в нашу сетевую организацию вливалось как можно больше людей. Это будет возможно только если наш бизнес будет простым, комфортным, удобным, чтобы любой человек, который включался в вашу организацию, мог делать свое главное дело, привлекать в этот бизнес других людей. Если чуть-чуть какая-то сложность, если чуть-чуть какой-то напряг для них, некомфортно, выйди на улицу, раздавай листовки. Это же так просто. 99% людей на второй день повторно не выйдут. Делай холодные звонки по телефону. Большинство не будет делать. Приглашай людей на мероприятия в зал с улицы. Большинство людей не будет делать. Большинство людей будет делать простые вещи, если они работают. Итак, итог. Если не хотите вложить деньги, усилия, а потом писать в сердцах «продается», «сдается, продается», «детище твое», то нужно заранее думать, чтобы бизнес был многолюдным, привлекательным, простым и комфортным. Всего вам доброго, думайте над этим.